В последние несколько недель власть развернула против оппозиционного блока тотальную войну в части дутыми, абсолютно выдуманными уголовными делами, обысками, угрозами прямого физического уничтожения наших однопартийцев. Задача одна. Задача поменять повестку дня. Рассказать, что вот есть эти мифические злодеи, которые хотят все там, которые агенты, запроданцы и так далее. Вот вы говорили о визовом режиме с Российской Федерацией. Вот хочется спросить, а как быть с теми людьми, которые на сегодняшний день работают в Российской Федерации? И кто-то... Одну секундочку, Андрей, при всем нашем с вами... Я вас никогда не перебиваю. Одну секундочку. Вы понимаете ответные действия Российской Федерации на эти вещи? И как будет с территориями, которые на сегодняшний день не контролируются Украиной, части Донецкой и Луганской областей?